служение. Зачем ей долбанная кирка и деревянный топор? Ребят, мой хвостик появился. У нас уже есть. Ура, поздравляем, у тебя меньше 6 парней. Молодец. Правда, у нормальных девушек их не больше одного, но ты все равно молодец, у тебя же их меньше 6. Так, почему меньше 6? Потому что я не знаю. Если честно, я не помню. Насекаю эту фразу как народное достояние. Почему у меня 6? А потому что я не помню. Потому что... Игорь, мне хвостик появился. Зачем ей долбанная кирка и деревянный топор в творческом режиме? Зачем? У вас уже есть. Я вас всех люблю. И да. Вот сейчас после этих слов начался полный капец. Я не знаю. Я, конечно, понимаю, что она, скорее всего, шутит, но, по-моему, это уже слишком трэш. Я просто не понимаю, у нее серьезно какие-то психические отклонения. Не думайте то, что я за вами не наблюдаю до сих пор. Это видео я специально. То, что я видео делала. Я правда за вами наблюдаю. Я буду смотреть, что вы делаете. Даже если вы будете проказничать, то считайте, что у вас уже нет.